Да что ты, блядь, делаешь, нахуй? Вон, смотри. Хорошо. Движение, движение. Говорит, в военкомате будешь завтра. Остановился. Ничего себе. А кто вы такие, что меня останавливаете? Охренеть. Слушай, такие интересные военные. А вы здесь служите? Служок, в военкомате сидят, нахуй. Хорошо, в Одессе сидите, да? Очень приятно, очень приятно. Своє закрыто. Не имеете права. Нет, золотой, не имеешь права. Не имеешь права. Полицию сюда. Ничего, без права пошли. У вас нет права субъектности. Отошли оттуда. Тут эта дорога, это не военный объект. Перестаньте нарушать уже. Вот они дальше продолжают настравливать лбами, даже вот в этих ситуациях. Ну как это может продолжаться? Это сколько будет продолжаться? Когда мы все выдыхаем здесь. Вас сейчас вот там всех положат. А нас потом что, блядь, живьем закопают сюда.